Саша, здравствуйте. Я знаю, вы это недавно тут это бухали очень люто. Да, 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 да. И до такой степени добухали, что даже связь с Виктором Бозом потеряли. Сбоку нажми, громко. Свитер Боза. Выше, выше. Да, блядь, еще выше. Ну и так, на все, что ты делаешь? Нахера вот ты мне сказал? В Черембозе могу предложить съездить к бабке по Витусе. Слушай, так, Саш, что случилось-то? Закодировали тебя сегодня, да? Ну, я не знаю, как это правильно называется. Кодировка это или, блядь, или бабка-повитуха, короче. Тебя к бабке возили? Да, бабки-повитухи. Бабка-повитуха, это, по-моему, та, которая это роды принимает, не? Хуй его знает, что она принимает. Короче, что бабка тебе сказала? Сказала, не пей. А ты не наливала выжрать тебе? Нет. С собой, блядь, привезти то, что ты пьешь. А что ты пил? Что я пил? Коктейль, ёпта. Коктейль? Коктейль. Я привез, блядь, с собой коктейль, ёпта. Ну и что? Наливает она стакан. Не, я сам. Она поставила стакан, наливая, блядь, пол стакана. Коктейля. Короче, блядь, закрывай глаза, остановись. Остановись раком. Не, ну остановись, ты не раком. Ебало, леща нагнула раком, выебала, сказала. Замолчи. Подноси стакан. Твои мысли. И дыши. Глубоко, глубоко, парами, понял? Вот так. Ты коктейль дышал, что ли? Да. Ты коктейлем нюхал? Да. Нюхал коктейль? Да. Нихуя ты. Нюхал коктейль, блядь. Нюхал коктейль. Нихуя себе, и что? А она в это время что-то там ля-ля-то по-лядам, туси-буси раскладуси. Рэп читала? Да. Рэп читала, ты по кругу бегала толпой. Примерно рэп читала. И орала. Почитала, почитала, блядь. А в ногах страшные слова, помнишь? В ногах, говорит, колики чувствуешь. Я говорю, аллилуйя. Ну да нихуя, я говорю, не чувствую. Ну тогда. После аллилуйя его стало ломать, и он и лучше из ушей пошла. И все нормально. Пошел, пошел в пару. Тогда, говорит, все нормально. Съездите, говорит, еще. Так подожди, Сашу, колики в пятках были? Не. А где были? Вообще нигде. Короче, ты просто понюхал вот этого блейзера. На просаке. Да, 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 да. И все. А сколько денег бабушка взяла? На просаке, блядь, были мурашки. 5 800. 5 800. Ну, Саша, ну ты представляешь, сколько это можно было блейзера купить? Да, ну, блядь, это блейзера можно было. Нет, так понимаешь, самая фишка, что за эту бабку, просто народу очень дохуя. Очень дохуя. Бабка проплачена хорошо. Очень дохуя. Реклама сделана народу, серьезно. Блядь, дохуя. Чей-то проект стартанул. Блядь, и стартанул нормально. Может, так. Может быть, не знаю. Ну, короче, ну, как ты, на сколько лет она сказала тебе не пить? Ну, год она сказала, как минимум, ну, минимальный год, говорит. На, до пенсии, до пенсии, до 65. А проверять не будешь? Может, сбрехала бабка. Блять, а я она. Ну вот как вот удостоверить, что она не пиздит? Она сказала то, что. А я вот не знаю. До 65 лет. Если въебать, вот что, она не сказала. А если б вот у меня там доктор Роганов вот так бы подошел к тебе, такую же хуйню прочесал, нюхай блейзер и не пей год. Бля, так вот надо прокачивать доктора Роганова, ёпта. Не, ну я понимаю, что еще. Вот чем ты, надо и... прокачивать. Так она хуя деньги-то отдал. Давай, надо было доктору сказать. Вот, доктор. Может быть, просто Роганов, решающую это, роль играет это, халат. Это, да. Андрей, это, халат это, роль играет. Вот, это для доктора Роганова, блин. Тема хорошая. Тема, да? тема. Кто быстрее одел халат, я тебе тот говорю, и психиатр. Я тебе говорю, пошептала. Одел бабки в халат, и ты бы ей рассказал бы. Полечила там что-то. Магически. Она бы тебе рассказала бы. Колики в ногах чувствуешь? Нет, вроде не чувствую. В общем, да Саша... еще сильнее дыши. Еще сильнее дыши, блядь. Блядь, а тут еще позвонок болит, ёптать, пизданулся. Она ему дает грелку, говорит, порви грелку. Тут дышать больно, ёптать, она еще сильнее дыши, блядь. Тут еще аллергия, аллергия, ноздри забиты, я его не чую вообще нихуя, блядь, этого, блядь, как дышать. Манжет. Тут Андрей спрашивает, ты в грелку дышал, блядь? Куда ты дышал? Вот так вот. В резиновую. Ну ладно, Саша, поздравляю вас
с трезвой жизнью теперь. С вас еще 5000 рублей. За репортаж. Вот так. Потому что канал у нас серьезный. Что ты хочешь сказать нашим подписчикам? Подписчикам? Ну то, что... Прорекламируй-ка бабушку. Бабушка, как за нее говорят, блядь, пол этого города, короче, ходят, блядь, на трезвиках. Пол города бабушке лаванду снесло, ты представляешь? Нет, никто не бухает, самое интересное, вот в чем дело. Да потому что, типа, слухи распускают, что бабушка хорошо кодирует, потому что никому не охота лохом выглядеть. Вот так вы друг друга и лечите этой парашей. Молодец, вот даже ты докодировали, а потом... Нет, Саш, ты меня не слушай, я хуйню всякую несу. Бросил пить, молодец. Поздравляю, да. Справился.